Итак, как быстро поднять уровень силы в новом сезоне? Как использовать теневые энграммы и вот это вот все я читаю на своих стримах который день подряд. Про энграммы и их преобразователь мы поговорим еще чутка позже. А сегодня я быстро расскажу о новом эксплойте, который позволит вам нафармить неограниченное количество теневых энграмм, будучи при этом вообще не за игрой. Полный АФК фарм. Этот способ идеально подойдет для тех, кому хочется быстро и наверняка поднять свой уровень силы для похода в новое подземелье, испытания Сириса или сумеречные налеты. Кроме этого, это отличный способ фарма нового ресурса «Измененный элемент», который необходим для преобразования этих самых энграмм. Все, что вам нужно сделать, это запустить кузницу на ЕМЗ и идти спать, делать домашние дела, работать или заниматься чем угодно вне игры. Кузницы уже не впервые выручают стражей в качестве фарм-машин, так что для тех, кто знаком с этим способом, ничего нового нет, для остальных же пара уточнений. Во-первых, непременно понизьте свой уровень силы, прежде чем отправитесь на фарм, если вы делаете это в одиночку. Купите белый классовый предмет, наденьте самый низкий шмот, маску с хэллоуинского ивента, если она у вас есть, и возьмите старые пушки. Вам нужно опустить уровень силы ниже 750 единиц, для того, чтобы вас цепляло к таким же фармилам, как и вы не портили игру другим игрокам. Это очень важный момент. Если же вы собираетесь фармить с кем-то в группе, то понижать силу не обязательно. Я бы рекомендовал найти каких-нибудь напарников, с которыми вы договоритесь, например, на 8 часов фарма. К тому же иногда, если вы фармите в соло, можно нарваться на странную ошибку, которая будет прерывать подбор следующей кузницы после завершения. Я так и не понял, откуда она берется. Во-вторых, освободите место на почте и в инвентаре энграмм. Поскольку падать теневых вам будет много. Но важно отметить, что кроме них никакого синего лута или легендарок падать не будет, а значит почта мусором не забьется. Ну и в-третьих, расшифровывая энграммы, делайте это по порядку. Расшифровали, сравнили, надели. И только потом расшифровываете следующую. Баг с наградой высокого уровня силы относится в первую очередь к энграммам, сфокусированным на броне, так что лучше преобразовывайте именно в них. Насчет фикса этого способа, не уверен в том, когда он случится. Вчера в статье на этой неделе в Bungie разработчики рассказали о патче, который выйдет в понедельник, но об этом эксплойте не было сказано ничего, так что пока он актуален. Когда его пофиксят, я напишу об этом в описании к этому ролику и закреплю комментарий, так что следите за инфой, прежде чем начать. И удачного фарма!